Дальше. 24 на корень из 2 на косинус минус π на 3 на синус минус π на 4. Чем мы здесь пользуемся? Еще раз повторим, что косинус минус альфа равен косинусу альфа, а синус минус альфа равен минус синусу альфа. Ну и считаем 24 на корень из 2 на косинус π на 3 на минус синус π на 4. Вот это минус я поставила перед всем выражением, так будет проще. То есть минус 24 на корень из 2 на 1 вторую и на корень из 2 на 2 считаем, получаем ответ минус 12. Следующая тоже похожая задача, давайте, 9 уже. Минус 18 на корень из 2 на синус минус 135 градусов. А синус минус 135 градусов – это минус синус 135 градусов. То есть минус на минус уже даст плюс. 18 на корень из 2 на синус 135 градусов. Вот лучше всего, если вы чуть-чуть раньше, чем я, уже будете про себя говорить ответ, потому что повторите значение синусов и косинусов основных углов. 18 корней из 2, и помним, да, синус 135 градусов – это корень из 2 на 2, и ответ получается 18.